Пермская государственная художественная галерея. Табун кабардинских лошадей, возвращающийся с поля. Лансере, 1878 год. Бронза, литье. Скульптура «Табун кабардинских лошадей», возвращающийся с поля 1878 года, одна из наиболее известных работ Евгения Лансере. Это сложная многофигурная композиция, которая всегда, как магнит, притягивает посетителей галереи. Всадник-кабардинец в бурке и папахе гонит возвращающихся с поля коней за невысокую изгородь. Маленький сын сидит вместе с ним в седле. По отзывам современников, и сам Евгений Александрович Лансере был превосходным наездником. Свою любимую лошадь скульптор назвал кабарда. Сложно организованная многофигурная композиция включает 8 лошадей и фигурки двух наездников, отца и маленького сына. Загоняемая табунщиком группа лошадей представлена очень живо. Нет двух одинаковых по пластике поз анатомических трактовок. За этой убедительностью впечатления стоит колоссальная подготовительная работа скульптора, тщательно изучавшего не только особенности различных пород лошади, но и глубоко вникавшего в психологию их поведения. Особенно трогательно выразительны фигурки отца и сына. Хозяйский, не без мужской лихости жест отца, и трогательно простодушная фигурка сына, вознесенная на высоту отцовского седла и, может быть, впервые оказавшаяся участником завораживающего действия.